задают мне вопросы, довольно часто, используя интернет в том числе. Почему-то у меня все машины хорошие. Потому что мне за это деньги платят, конечно. Ну, а по сути, хороших-то машин не очень-то и много. Особенно после того, как пересаживаешься с Mercedes S-класса, с других элитных автомобилей. Даже с американского ширпотреба. Так вот, ничего рядышком не стоит даже с американским ширпотребом. Но сегодня мы говорим не об американском ширпотребе, таком большом, на автомате, а о том, на чем вы можете ездить при этом, покупая все это не дороже 400 тысяч рублей. Что это такое? Fiat Albea от Автограда. Стоимость этого автомобиля 366 тысяч рублей. С кем мы можем его легко сравнивать? Ну, с Renault Logan я бы не стал сравнивать, потому что это чуть-чуть выше. С Volkswagen Golf я бы тоже не стал сравнивать, потому что здесь есть багажник. Вот. С Ford Focus я бы тоже не стал сравнивать, потому что в базовой комплектации Ford Focus нету дистанционно открываемого багажника и лючка бензобака. Вообще, вот что здесь есть и чего нету во многих автомобилях. Здесь по умолчанию стоит кондиционер, здесь подушка безопасности пассажира выключается. Здесь трансформируется заднее сиденье. И до того немаленький багажник превращается в очень громадный багажник. В нем действительно можно спать. Здесь две подушки безопасности. Здесь хороший четырехцилиндровый 16-клапанный двигатель. Объемом в 1,4. Мощность в 77 лошадиных сил. Чего вполне хватает для перемещения неспешного. А может быть даже и спешного. Но спешное перемещение сейчас ограничено порогом в 100 километров в час. Дальше, извините, либо права, либо штраф. И очень немаленький. Добротно сделанный автомобиль, у которого есть гидрокорректор фар, у которого есть передние стеклоподъемники электрические, и у которого есть противотуманки в базе. Да, и, кстати, бортовой компьютер в том числе, который показывает вам очень много чего интересного. То есть суточный пробег, текущий расход топлива, дистанцию, на которую вы едете. Ну, что еще надо? Перечислили. Теперь поехали по дилерам смотреть. Где такие машины есть? Ну, такие машины есть в Автограде, у всех остальных дилеров. Либо машина в такой именно комплектации будет стоить значительно дороже, либо машина будет стоить столько же, но в абсолютно такой пустой, как барабан, комплектации. Можно ли такие автомобили приобретать сейчас во время неспокойное? Хотя, в общем, почему неспокойное? Люди спокойно сидят в кафешках, пьют пиво там, отдыхают. То есть тратят на себя деньги. Да, купив автомобиль сейчас из-за границы, ну, это несколько накладно. Во многом из-за курса доллара, кстати. Потому что даже японки в растаможке не сильно подорожали, потому что объемы двигателей там до 2,5 литров. Вот видите, пишут, что необходимо дополнить бензином. Здесь же нас поддерживает правительство России, ну и лично президент. И вот эта сумма попадает под систему льготного кредитования. Вы приносите всего ничего, 15%, и уезжаете на совсем-совсем хорошем автомобиле, который очень-очень долго вас будет радовать. Чему? А тому, что спокойно можно на Фиате Альбея прокатиться и на рыбалку. Можно не заморачиваться о легких вмятинках и царапинках, потому что, ну, цена вопроса – это не вмятины и царапины, допустим, на чем-то более дорогом. Чего здесь нет – это единственный, пожалуй, недостаток. Нет, два недостатка. Но нету здесь коробки автомат. Это можно заказать, такую комплектацию. И нету здесь магнитолы, но зато есть аудиоподготовка. Но вот тут другой вопрос. Большинство автомобилей комплектуется далеко не банкой Олафсонами и далеко не системой Boss. Зато, заехав, допустим, ну, в сабвуфер, что рядом с Дворцом культуры Орджоникидзе, вы можете за какие-то копейки элементарно укомплектовать. Хотя, в принципе, зачем туда заезжать? Ну, это уж если уж что-то в Автограде не найдете. Хотя в Автограде на втором этаже цены, в принципе, далеко не кусаются.
качественно сделана, грамотная, скроенная машинка, которая очень распространена в моих любимых сейчас странах. Да, в Америку я поеду, может быть, в этом году, может быть, в следующем. А вот в Турции я почти прописался, и в Египте тоже. И там очень много таких машинок, потому что, ну что еще можно сказать? Недорого и качественно. И так, по-злобному можно покусаться и погонять на дороге.